Здравствуйте, друзья! С вами «Дачный сюжет» и я, Галина. 20 мая. У меня частенько спрашивают после того, как я показываю свою обрезку, просят показать, что же из этого получается. И вот что получается. Правда, у нас было 3 дня жуткая жара до 32, это в мае-то. И поэтому все очень быстро отцветает. За сорняком, за одуванчиком просто не успеваем. То были сплошные дожди, то теперь вот жара. И вот посмотрите, какая у меня спирея серая или пепельная. Вот посмотрите, какие длинные-длинные веточки. Вот посмотрите, как красиво. Оставалось всего ничего кустиков-то, веточек-то оставалось чуть-чуть. Ну, какая вот так. Вот она сейчас получается, какая красивая. Я видела, когда спирею обрезают шариком. Ну, шарик, ну, может быть, конечно, людям нравится, но мне нравится вот именно когда вот во все стороны, вот именно красивые такие гирлянды. Ну, замечательные. А сейчас пойдем поглядим в другом месте еще. А вот она стоит под моей терраской. Вот, поглядите. Вот давайте даже подойдем, посмотрим, сколько я в прошлом году оставляла веточек. Вот смотрите. Вот всего ничего, тут десятка не наберется. Ну, не знаю, как вам, а мне как раз вот такая нравится. Во-первых, запах замечательнейший. Действительно, сразу не поймешь, от чего. Она очень хорошо пахнет. И вот, посмотрите. Вот, посмотрите, какие кисти. Какие шикарные-шикарные кисти. Вот она, вот ветка одна. Вот это вот одна ветка. Ну, а вот сейчас отцветет, я ее сейчас опять подстригу. Вот они уже молодняк пошел. Вот он молодняк. И вот тоже опять, смотрите, сколько здесь веточек. И какой интересный куст. Глядите. О, какая красавица. Ну, очень красивая. Конечно, у каждого свои взгляды, у каждого свои вкусы. Но мне вот нравится вот так. Именно вот этот фонтан. Именно вот такая вот форма. Вот, я вам показала. Так что сами теперь решайте, как вам стричь. Выстригать или все-таки делать шариком. Вот, опять подойду. Ой, а запах. Сейчас еще и сирень начинает пахнуть. Вот это одна ветка, вот она. Вот она одна ветка, вот она. И вот такая вот охапка цветов. Понравилось? Интересная информация, нужная информация. Комментируйте, ставьте лайки. Ну, может быть, что-то вы не согласны со мной. А так, с вами была Галина. Всего вам доброго, добра и здоровья.